В Нижнем Новгороде прошел 19-й всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В театральном направлении первое место забрал танцевальный коллектив Южноуральского государственного университета Deep Vision. Участники поделились своими впечатлениями от победы. Мне кажется, это не передать словами. Надо быть там, слышать, как называют имена победителей, как вас не называют в спецпризах, как вас не называют в третьем, во втором месте. И ты знаешь, что уже нет другого варианта, только первое, но потом, когда ты его уже получил, держишь этот кубок в руках, все равно не веришь, что это сейчас было. Может быть, это приснилось, показалось, или мы неправильно услышали, но нет, правда, в дипломе написано первое место. Безумно рады. Победа досталась коллективу благодаря их упорству, большому количеству тренировок и сплоченности. Номер, представленный на фестивале, не был сырым. Ребята выступали с ним множество раз и все больше совершенствовали свое выступление. Но вообще эта работа, она очень большой путь проделала. Мы ее начали делать довольно давно. Весь сезон, начиная с сентября, очень активно мы ее так покатали по фестивалям, показывали в разных городах с отзывами, с какими-то рекомендациями в наш адрес, которые мы учитывали, что-то меняли, трансформировали. Как и в любом процессе, при подготовке к фестивалю в коллективе возникали определенные трудности, но участники успешно преодолели их совместными усилиями. Выносливость и целеустремленность помогли взять первенство. Но основными трудностями было, наверное, собраться всем, потому что у всех свои работы, свои дела, учеба, и самое сложное было собраться вместе, чтобы все были, чтобы нормально репетировать, выучить все, чтобы сделать красиво. Во время выступления мне было некогда переживать, я была вместе с ними на сцене, поэтому основные силы и энергия были пущены в работу, нежели в переживания. Переживания были до, немножечко после, вот, но в целом было очень хорошо. Напомним, что фестиваль проходил с 15 по 20 мая. В нем приняли участие 3500 студентов из 77 регионов России. Победителей танцевального направления лично поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.